наших областей. Почему вы, наверное, все хорошо знаете Ставропольский край, знаете, что город Невинномыс сделан динамичным, активно работающим у нас город сегодня, и у нас там площадки национальные интересные есть, и город Ставрополь. И я хочу сказать, что от реализации программы «Комфорт городской среды» вообще изменила это Ставропольский край в реализации задач города. Для людей. Все увидели, почувствовали. Мы, вы знаете, практически реализовали задачи, которые были в 20 годах по комфортной среде. Сегодня мы их амбициозно увеличиваем и делаем. Это всем понятно, это достойно, это, наверное, правильно. Ну и вот эта добавка, конечно, она, безусловно, является мощной добавкой. Мы ее будем реализовывать. В ней заинтересованы прежде всего люди края. Ну и губернатор нашего края, Владимир, очень жестко и четко поддерживает. Спасибо.